Здравствуйте, друзья. Зачитываю вопрос. Здравствуйте, Михаил. Вы порой, как мать Тереза, не отказываете в помощи, совете. Помогите и мне спасти сына от разочарования. Молодой человек, 24 лет, уже неделю проживает в Лос-Анджелесе. Английский знает хорошо, но поехал в языковую школу, его усовершенствуют. Проживает в семье. Вроде бы все хорошо, и семья замечательная, и школа, но боюсь, что больше ничего и не увидит. С учебы домой и обратно. В школе все группируются по странам, откуда приехали, и больше ни с кем не общаются. Россию представляет он один, крупными буквами, один. На экскурсии никто не хочет ехать, группа никак не собирается. Один он не поедет. А чё? Хочет прервать на неделю раньше учебу и уехать, не доучившись. Даже там, где он живет, говорит, что смотреть нечего. На многие километры частная жилая застройка и все. Едет 40 минут до школы вдоль жилого сектора. У меня к вам огромная просьба. Зачитайте это письмо. Зачитываем. Да. Наверняка вас слушают и в Лос-Анджелесе тоже. Может, откликнется кто-нибудь на месте и покажет парню Калифорнию в лучшем виде. Ну, в пределах Лос-Анджелеса, понимаю. Так. Может, кто-то недавно приехал насовсем. Именно сейчас сам изучает Калифорнию. Артем программист, кроме английского, изучает японский, учился в Токио. Общительный. Не дайте парню разочароваться в Америке. Ну, для тех, кто в Лос-Анджелес, я могу сказать, что это 163, он живет там, 163 Саус Алта Виста Бульвар, 90036, зип-код. Бензин полностью оплатит. У меня на самом деле еще телефон его есть, но я телефон-то не хочу так публично. Значит, давайте я буду ехать на работу. Я тут заехал в тенек специально, чтобы солнышко на камеру не светило. Вот. И поедем, друзья, на работу. Фуражку вот завел, хотел вам показать. Значит, что сказать? Я вспоминаю давнюю-давнюю историю. Много лет назад это было. Мы относительно новенькие еще тут были в Америке. И я разговаривал по телефону с женщиной, которая живет в Москве. Мы с ней работали вместе. Ну и так, слово за слово, вот у нее сын, а сыну лет 18-19. И он по work and travel поехал, значит, вот в Соединенные Штаты. Я не помню, где-то он в Вирджинии был или где-то. Ну, в общем, в некотором захолустье, можно сказать, был. И... Но в курортном месте, понимаете. Конечно, это не Нью-Йорк, это не, там, не Лос-Анджелес, вот, и не Сан-Франциско. Но где-то он там был в курортном месте. И, в общем, приехал весь разочарованный. Какая-то, что Америка, там, отстой, там, да, растопыри. Знаете, вот эти, молодежь, так сказать, есть такая. В общем, все вокруг козлы. Вот, и, ну, в данном случае у нас другая ситуация. Ну, ему просто скучно. И он вроде самостоятельный, но, как бы, вот, в Лос-Анджелесе ничего узнать там. Кстати, в Лос-Анджелесе. Сколько там всего, ребята? Сколько всего есть в Лос-Анджелесе? Я надеюсь, что кто-нибудь откликнется из тех, кто нас смотрит, там, кто в Лос-Анджелесе. Я думаю, у нас из Лос-Анджелеса много кто смотрит. Но дело даже не в этом. Я хотел рассказать вот о чем. Что если ты уже куда-то едешь, да? Ну, ты уже едешь куда-то, ну, ты себе план, что ли, составь. Ну, вот ты едешь в Лос-Анджелес. Пошел, погуглил, чего посмотреть в Лос-Анджелесе. И главное, что есть чего. Это не то, что ты должен в какой-то отстойный, там, я не знаю, чего ходить. Да. Ну, я не знаю, молодой парень, 24 года. Ну, конечно, без компании тяжело. Ему просто нужна компания. Он самостоятельный, но без компании ему скучно. Была бы компания, они бы куда-то вместе пошли. Ну, конечно. Можно пойти на пляж, можно пойти, там, я не знаю, в Голливуд, можно... Вот у меня любимое место, если я могу сказать, когда я еду в Лос-Анджелес, если вы наберете там одним словом, там www.
Сан-Антонио Вайнери. Сан-Антонио Вайнери. .com. .com. Это винодельня. Она потрясающая совершенно. Сохранилась с давних-давних времен. Находится прямо в Лос-Анджелесе. Там вот прям, можно сказать, в центре города почти. И там дегустация, там экскурсия на час с дегустациями. Это вообще нечто. И экскурсии потрясающие, и дегустации. Мы когда едем каждый раз через Лос-Анджелес, мы ящичек с собой раз, багажник, и едем. Эта винодельня не торгует, не продает по магазинам ничего. То есть их нельзя вот так купить. Либо вы заедете туда и купите, либо, ну, по ресторанам они еще тоже. Вот у них рестораны берут. Можно. Ну, в общем, понимаете, история какая. Это так мелочь, это, ну, просто я говорю, что Лос-Анджелес — это многомиллионный город. Там существенно больше Москвы. И по территории, там и по населению, и так далее. Там, ну да. Я понимаю, парнишка просто не... Он сам, ему самому скучно. Это как вот женщина. Там, когда есть мужчина, она ему готовит. А когда для себя, многие не хотят готовить. Ну, что я для себя буду готовить? Когда для кого-то, пожалуйста. Вот тот же случай. Едешь куда-то, ну, составь себе план, едешь куда-то. Слушайте, 24 года все-таки не 14, знаете. Вот. И ты говоришь себе, значит, я еду в Лос-Анджелес, я хочу посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот, а ночевать в хорошую семью придешь там, я не знаю, к 11 вечера, может, там к 12, там же столько всего можно. Да просто погулять есть где, просто погулять, пройтись. Я не говорю там даже океан, но ну, тот же Голливуд-бульвар, ну что ж такое-то, ну. Вот, и съездить можно на выходные там рядом с Сан-Диего, например. Там, ну, не, ну, странно это все. То же самое, да, приехал там в Санкт-Петербург. Говорит, вот на учебу и домой, на учебу и домой, на учебу и домой. Ничего себе. Да, представляете, да? Или там в Москву, или я не знаю. Все-таки я думаю, что разочарование — это фактически несоответствие того, что ты получил, тому, чего ты ожидал. Дело не в том, как много ты получил или как мало ты получил. Дело в том, что несоответствие. И поэтому для того, чтобы быть, как бы сказать, довольным, счастливым, чтобы чувствовать себя как бы успешным, так все получилось, все дела. Вот для этого надо иметь какие-то реалистичные ожидания. Так в этом месте можно было бы, как в тосте, сказать, вот давайте выпьем за реалистичные ожидания. Или как вот в том классическом, да, похоже, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями, или там наоборот. Конечно, когда желания совпадают с возможностями, мы имеем счастливого человека. А когда желания, причем, а какие желания? Не сформулированные какие-то. Вот он приехал, и как-то вот он ожидал, что там будет какая-то группа веселая, а они не группируются. Ожидал, что... Ну как? Значит, сам на экскурсию не едет. Смотрите, вот языковая школа, там наверняка предлагают экскурсии. Обычно в таких местах там стоит такой стенд большой с брошюрками, маленькими такими буклетиками. И там этих экскурсий, боже, я не знаю, во всех гостиницах стоят. То есть это просто руку протянуть, вот и сел в автобус и поехал. Но он же ехал один, ну ехал бы с девушкой, не, с приятелем, он же и ехал один. Да. Не знаю, мне немножко странно это. Ой. В общем, друзья, заканчивая наш тост, он же ответ на вопрос. Да, я хочу сказать, что все-таки есть вещи, которые хорошо планировать. Вот когда ты едешь в эмиграцию, например, тоже кое-что неплохо планировать. Но очень важно быть открытым, да? Вот ты открыт к тому, что может произойти, к разным возможностям, потому что люди интуитивно стараются, вот они спрашивают, а могу я работать по той самой профессии, по которой я работаю там у себя в стране, или когда-то работал, или учусь по этой профессии, а вот есть там эта профессия, потому что это как бы самое естественное, да ты будь открытым, тут миллион всего, понимаете, и вот эта открытость, она помогает. В данном случае, ну, не знаю, что сказать, вот, и... Не всегда открытость помогает, да, значит, не всегда.
То есть ты открыт настолько, что не подготовился вообще ни к чему. То есть что-то надо оставить для открытости, а что-то надо все-таки проработать, вот, вот я бы так сказал. То есть давайте мы, вот какой тост у нас будет. У нас будет тост за баланс между тем, что вы проработали, и тем, насколько вы открыты к разным хорошим вещам, которые в вашей жизни могут произойти. Вот так, да? За баланс. Вот. Ну и, конечно, тут мама взволнованная. Мамы волнуются за детей. И мы за своих волнуемся. И наши родители за нас волновались. Что там говорить-то? Вот. Давайте. Может быть, найдется кто-то, кто мальчика развлечет. У меня есть телефон его. И адрес вы уже знаете. Там, я не знаю. Вот. Ну, в общем, я примерно сказал, где он находится, чтобы кто-то, если кто-то рядом, может, там удобнее будет. Все, счастливо. И до следующих встреч.